Привет, меня зовут Анна Рахима, и с моей коллегой Викторией Ерофеевой мы руководим некоммерческой организацией «Тепло и сердец», также известной как МТУ «Сюдом это Союз». Уже более 10 лет мы проводим мероприятия, поездки в замещающих домах, принимаем участие в ярмарках, талогах, благотворительных концертах, организуем свой волонтерский клуб, и в противовес 300 людям, которые были в начале нашей организации, у нас уже 3169 волонтеров. И это огромная сила, это огромный кайф, когда ты занимаешься тем, что тебя вдохновляет. В этом году, 28 ноября, Союз гражданских объединений Эстонии проводит очередную талогу, и я приглашаю тебя принять участие в этом замечательном начинании, зарегистрировавшись на сайте annetamestalgu.ee. Творите добро вместе с нами, творите добро самостоятельно, просто меняйте мир к лучшему. Цепочка добра бесконечна.